маленькое вводное. Сейчас мы приедем на святой источник Гремячий Ключ. Туда очень трудно проехать. Вот сейчас жаркая, сухая погода. Я надеюсь, глина там подсохла. Но каждый раз мы ехали туда с на разных машинах, там, внедорожниках. Сколько раз нас оттуда трактора вытаскивают? У меня даже в телефоне есть написано «Гена-спасатель». Приезжает человек на огромном тракторе с огромными колесами. И он там, он просто работает там, потому что каждый день приходится вытаскивать по несколько машин. А по зиме вязнешь в снегу. И вот особенно зимой весело. И по этим всем местам, и зимой, и летом, когда, и по бездорожью, когда и по грязи. Когда мы стали возмущаться, да что ж такое, почему не сделают дорогу? Преподобный Сергий ходил пешком, ходил ногами. Сергий пешком ходил, и вы походите. Итак, как вы уже поняли, отправляться на Гремячий Ключ нужно исключительно в сухую погоду. Если, конечно, нет желания идти до него пешком. Дождь, машина точно к нему не проедет. Да что тут говорить, и без дождя добираться туда довольно затруднительно. Пыль столбом, повсюду ямы и ухабы. Так что запасайтесь-ка вы еще и неплохими навыками вождения. Ну, ямы ямами, а людей это не останавливает. Народу здесь всегда очень много. И, кстати, я заметила, что почти все сюда приезжают все-таки на машинах. Да, верно. Народу здесь всегда очень много. И для этого, надо сказать, есть причина. Источник Гремячий Ключ связан с именем преподобного Сергия Радонежского. Вообще, все подворье, прилегающее к роднику, это подворье Троицы Сергиевой Лавры. То есть это как бы продолжение монастыря. Источник преподобного Сергия. Кстати, сам преподобный Сергий Радонежский запрещал называть источник своим именем. Он говорил, это источник Божий, это источник Господа, и он для всех людей. Гремячий Ключ существует уже очень давно, ему почти 700 лет. И надо сказать, что за это время, к сожалению, он оброс огромным количеством легенд. Некоторые из них достойны того, чтобы их опровергнуть, потому что они могут даже навредить человеку. Об этом месте существует несколько мифов. Один из них, что здесь часовня в честь преподобного Сергия. Это не так, это полноценный храм в честь 40 севастийских мучеников. Второй миф говорит о том, что здесь было место силы, и вообще это не православное место, потом пришли православные и все по-своему переделали. Ничего подобного. Здесь было место отдыха преподобного Сергия, когда он со своим учеником ушел из лавры, чтобы не... ушел из монастыря, чтобы не смущать братью. И по его молитвам из горы забил источник. И, наверное, существует третий миф, в который я сама очень долго верила. Самый устойчивый миф. Очень женщинам этот миф нравится. Считается, долгое время, скажем так, считалось, что вот этот источник от почек, вот этот от печени, вот этот от сердца. Ну или что-то там как-то, да. Ну что-то в этом роде. Или наоборот. Я слышал, что вот тут крайне обязательно вот приезжают те, кто хочет детей, и у них не получается. Мы сюда приезжали, кстати. Ну, ходили даже легенды про то, что сюда приезжали ученые, брали какие-то пробы воды и действительно подтверждали, что здесь разный состав. Я долго сражалась за эту идею, я помню, я действительно тоже верила, как женщина впечатлительная. А потом оказалось, что все-таки эти все источники бьют из одного подземного озера, состав воды у них абсолютно одинаковый, и этот миф развеялся. Но случаи исцеления здесь действительно были, что свидетельствует о том, что по вере вашей будет вам. Причем исцелялись и почки, и печень, и сердце, и желудок, и даже, как в моем случае, голова. Преподобный Сергий, вразуми нас, дураков. Святой источник Гремячий Ключ популярен не только среди тех, кто набирает здесь воду для питья. Сюда приезжают в основном не для этого, а для того, чтобы с молитвой окунуться в эту святую воду и таким образом обновить свой организм и свою душу. Мы с Викой тоже делаем это регулярно, и этот наш приезд не станет исключением.
нам здесь очень нравится. И как постоянные посетители мы можем даже дать пару советов. Особенно здорово здесь зимой, когда холод, минимум градусов минус 20, минус 25, минус 30. И народ сюда приезжает, народ окунается, потому что, если кто не знал, открою секрет. Так как человек, который окунается уже лет 10 в святоисточники, летом окунаться очень сложно, гораздо легче зимой, потому что, когда ты летом из жары опускаешься вот свое тело в источник, минус, который плюс 2, плюс 4 градуса, это, конечно, очень тяжело. И людям, у которых, например, больное сердце, это не благословляется делать. А зимой, когда на улице минус 20, минус 30, очень легко, водичка даже кажется бодрящей такой и весьма даже не холодной. Ну да, конечно. О том, как Вика любит бодрящую водичку, мы все увидим очень скоро. Боится ведь ледяной воды до ужаса. Просто красиво держит себя в кадре. Но не будем ей мешать делиться своим опытом и советами. Рано. Вот именно это купельный гремячий считается основной. Здесь окунаются и мужчины, и женщины в плавках, в купальных костюмах. Женщины, которые стесняются окунаться вместе с мужчинами, они уходят вот в отдаленный такой домик. Я лично люблю окунаться там. Мне там комфортнее. И, честно могу сказать, даже как-то больше нравится, потому что вот эта чистая вода, которая на тебя идет, она, это чистый поток свежей ключевой воды, мне нравится гораздо больше, чем, скажем, окунание вот в общей купель. Но это личные мои предпочтения, кому как больше нравится. Итак, настал момент истины. Идем окунаться. Думаю, пройдет всего пару мгновений, и Вика пулей вылетит из воды. Ага. Ну вот, смотрите, все окунание. Что я говорил? Вся смелость куда-то улетучилась. Ладно, покажу, как надо. А то неопытные люди так никогда и не узнают, как правильно нужно окунаться. Итак, в дело вступает профессионал. Зашел в воду, трикратно окунулся, перекрестился и... бегом на сушу. Вода действительно очень холодная и бодрит по-настоящему. И все же, справедливости ради, стоит сказать, что итог от купания, конечно, превосходный. Действительно, получаешь какое-то обновление. Умиротворяешься и на мир вокруг уже смотришь как-то по-другому.